особо подчеркнул, что уникальная транспортная артерия север-юг, часть которой станет железнодорожная, частью которой станет железнодорожная дорога Решт-Астара, поможет существенно диверсифицировать глобальные транспортные потоки. Перевозки по новому коридору будут обладать значительными конкурентными преимуществами. В частности, доставка грузов из Санкт-Петербурга, скажем, в Мумбаи займет около 10 суток. Для сравнения скажу, что время в пути по традиционным торговым маршрутам составляет до 30-45 суток. Упомяну, что новую магистраль имеется в виду задействовать в том числе для перевозок продовольствия и другой продукции агропромышленного комплекса, которая будет предназначаться как для потребителей в Иране, так и для стран Персидского залива и Африки. И таким образом этот транспортный коридор внесет осязаемый, заметный, практический вклад в обеспечение глобальной продовольственной безопасности. Я хотел бы, чтобы этот проект был выполнен.